В последний день зимы в Кунгурском районе были замечены браконьеры. От их рук пострадали два лося, молодой теленок и беременная самка. Тревогу забил местный егерь. Днем 28 февраля ему сообщили, что в лесополосе неподалеку от деревни Мыльники замечены подозрительные снегоходы. Сообщив в полицию, егерь поспешил в указанное место, где обнаружил две разделанные туши лосей – теленка и самки, которая ожидала потомства. По сообщению егеря на место происшествия выехала следственная оперативная группа. На месте были обнаружены останки двух лосей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 «Незаконное охота». Мероприятия по установлению личности преступников продолжаются. По всей вероятности, браконьеры, услышав приближающийся снегоход, поспешили скрыться, бросив добычу. Сейчас личности преступников устанавливаются.